Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу еще раз поговорить о сортах у фиалок. Перед вами сорт Константина Морева «Мазурка». Это стартер. Цветет он такими вот огромными, красивыми цветами. Цветочки все разные. Где-то больше белого, где-то больше темно-бордового. Все они в таких вот ярких всполохах, ни один не повторяется. Очень красивый сорт, шапочное цветение, цветоносы, розеточка аккуратная, цветоносы все торчат вверх. Ну, в общем, порадовал меня этот сорт, очень нравится. Итак, это мазурка Константин Морев. И это тоже мазурка Константин Морев. Представьте, из одного листочка два совершенно разных растения. Если здесь фиалка цветет по сорту именно так, как и требуется у селекционера, как он задумывал ее, конечно, тоже очень эффектно, но отличается. Это ее первое цветение, и возможно, что последующие цветения будут совершенно другими. Наглядный пример из моей практики. Розетка сорта фиалки Светланы Репкиной «Холодная сирень» сначала процвела вот так, а потом в следующий раз ее уже второе цветение. Она исправилась и стала цвести по сорту махровыми цветами, как и положено. Потому что на цветение фиалки и влияет и освещение, и температурный режим. А возможно, что она точно такая же и останется. Поэтому, приобретая листочки или детки фиалок, надо помнить о том, что у фиалочек бывают спорты. Иногда получается не совсем то растение, которое вы хотели бы видеть. К счастью, иногда спорты бывают даже красивее самого сорта и получают уже совершенно другое имя, не как спорт, а растение самостоятельное, если и в дальнейшем признаки, которые появились в спорте, передаются и другим поколениям этого растения. Есть сорта фиалок, которые вообще не дают спортов. Они всегда цветут так, как материнское растение. Поэтому, если вы растите фиалочку с листочка, то доводите до цветения каждую розеточку, которая получается после укоренения листочка. Больше шансов, что какой-то из них, или может быть даже все, у вас будут цвести по сорту. Ну и еще несколько спортов фиалок из моего опыта, которые у меня получились. Я уже не помню сорт этой розетки. Она не осталась у меня в коллекции, потому что процвела вот так. Естественно, разочаровала меня, и в коллекции этот цветочек не остался. Спорты бывают не только в цветах, но и в листьях. Должна была быть вот такая розетка пестролистная. Но некоторые детки от листочка процвели вот так. Цветы остались точно такими же махровыми, а розеточка стала не пестролистной, обычной, зеленой. И положительный пример спорта. Цветок сорта Тамары Дадаян Мария. И его спорт, мне кажется, он получился даже удачнее. Но на мой вкус, цветочек яркий, красивый. И, конечно, он остался у меня в коллекции как спорт Мария.